Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Прошлая серия, эпизод такой, настолько эпический был, что я до сих пор фигею. Сейчас я быстренько все объясню, что я хочу. Мы сайтера нашли, вот там сайтер, но я его никак не словлю, так как у меня покеболы закончились. Ну пофиг на него, не такой уж он не сильный покемон, но прикольный покемон. Пофиг с ним. Сейчас у меня, хотя, ну, попытаемся. Я не скажу, что идем домой, купим себе хотя бы 10 пусть будет ультраболов, попытаемся словить, если он, конечно, уже не убежал, не телепортнулся куда-то. Ставим 2, берем 10. Насчет прошлой серии. Я до сих пор фигею. Сейчас я все быстренько объясню, что я вообще... Это капут был. Я не находил покемонов-босса в протяжении, ну, серии так 20. Ну, 20 не 20, но где-то 10. Ну, я говорю, последний покемон-босс это был у меня... был у меня вроде, если я не ошибаюсь, это... Гасли, красный покемон, да, я его помню. И сейчас, после обновления, я телепортнулся к себе домой. Я вот тут нашел одного покемона, я выбежал на улицу. Первый покемон, это был у нас Гравеллер, синий покемон. Я его убил, но с него, конечно, ничего не выпало. Пошел, телепортнулся домой. Как только выбежал на улицу, я нашел зеленого Манкия. Это просто жесть была. Он меня сначала всех моих покемонов убил, но я потом использовал команду восстановить всю жизнь, так как... Ну, в принципе, если бы я пошел домой и вылечил всех моих покемонов, то за то время, пока я бы вернулся, он бы уже телепортнулся куда-то. Или просто исчез, так как покемоны вот так исчезают. Я вылечил наших покемонов и убил его. И, короче, я его убил, зеленого манки, зеленого покемона-босса, и мне с него выпал. Я до сих пор охреневаю. Вот этот алмазный молот, который крафтится с помощью 5 алмазов, ну, с помощью которого можно делать покеболы, да. Мне выпал один мастербол, это охренеть. Мне выпал супер поушен, и еще что-то выпало. Ну да, вот это, и еще что-то одно выпало. Вот это. Еще что-то. Еще одна какая-то штука. Ну, короче, суть в том, что я до сих пор фигею. Потом, мы нашли еще одного покемона-босса, Иви, зеленого. С него выпали вот эти 2 диска, но суть в том, что мы нашли 3 покемонов-боссов за одну серию. Плюс к тому, дорогие друзья, позже. О, вот сейчас я пока этого покемона попытаюсь убить. Позже, дорогие друзья. Мы нашли редкого покемона, это Тартвик, вроде он так называется, если я помню. И суть в том, что это один из начальных покемонов, которого можно выбрать на начале. И мы его нашли. И это вообще нереально, у меня, короче, выбор такой предстоял. Я на него потратил там все свои оставшиеся ультраболы, так как, в принципе... У меня было только 5 ультраболов, и он не словился. И я не хотел тратить один мастербол. А мастербол у меня был из-за того, что я убил покемона-босса, и мне с него выпал еще один мастербол. Не, ну я сначала, когда я в магазине там купил за 5 алмазов один... Ну, в нашем магазине я купил за 5 алмазов один мастербол, а потом еще с покемона-босса выбил один мастербол. И... у меня был, короче, такой выбор. Вот тот покемон упал в воду, хотя он... А, не, он травяной вроде покемон. Он упал в воду и, короче, начал захлебываться. У него как бы жизни потихоньку спадали. И у меня, короче, был выбор. Или его сейчас словить с помощью... убили нашего Чарлизарда. Или словить его с помощью... мастербола, в принципе, что я сделал. Или же... дать ему умереть и потом заново искать вот этого покемона, если нам, конечно, повезет, мы его опять найдем. И, короче, я использовал один мастербол, так как
Мастербол у нас, в принципе, был. В том смысле, что нам повезло и ну, в смысле, в том смысле, что мы убили, что мы купили один мастербол, и в том смысле, что мы выбили еще один мастербол и с покемона босса. Я, короче, его словил, в принципе, так как это действительно, можно сказать, редкий покемон, и он мне нравится, и у нас он появился. Кстати, он сейчас у нас в сундуке лежит. А мы сейчас пойдем его заберем. Так, сначала телепортнемся сюда. Ну, это вообще действительно очень классная серия была. Извините, если я... Ой, чё я спать хочу. Извините, если я действительно о ней долго рассказываю, но просто у меня эмоции до сих пор. Мы выбили один мастербол. Офигеть. Так, чё я хочу сейчас? Сейчас я пойду домой. В смысле, в первый дом. Так. Мы пойдем домой. Фум. И сразу. Так. Залагал немножко. И сразу бежим сюда. Так, вот это. Ладно, эти два покемона уже, можно сказать, у нас прокачаны. Вот этот и этот. И этот пока что пусть будет. И сейчас, я думаю, мы возьмем... кого бы нам прокачать? Мы возьмем Иви. И пойдем уже, наконец-то, ее превратим в там... в ледяного покемона. А у нас еще два одинаковых покемона, Диглет и Диглет. Удалим мы этого Диглета. Я даже не заметил как-то, что у нас два одинаковых покемона. Так, сейчас. Нет, я Мью еще возьму. Я давно с ним не играл. Ним как бы. Вот так. А, еще, не знаю. Пока что еще вот этого Эликида поставлю сюда. Не буду я его пока что качать. Не, ну буду ему потом. Так, сейчас. Сейчас, дорогие друзья. Я, наверное, пойду все-таки уже прокачаю Иви, так как... это Иви, да. Я его тоже уже давно-таки достаточно много времени я хотел его прокачать. Хотел его прокачать в ледяного покемона. И, в принципе, мистер Мам. Я сейчас его ловить не буду, оставлю его потом, если еще найду. А я Туртвига забыл взять. А, ну ладно, прокачаю Иви, потом начну качать его. 47 уровень, нифига себе. Давай мы тебя убьем, дружок. Мью, давай, Мью, дадим тебе разомяться. Давно ты, конечно, уже не бился ни с кем. Я уже забыл, какими скиллами бить. Вот этим вроде, да. Сильно, смотри, сколько он ему снес сразу. А чё такое? А, все, отлично, убили мы его. О, эволюционирует наш покемон. Офигеть, отлично. Так, в кого ты превратишься? А, ну, в принципе, я уже знаю, в кого. Ну? Да, ну, в принципе, как я и думал, в этого. Тоже прикольный покемон. Вот. Так, сейчас. Сейчас мы опять идем домой. Нам бы, конечно, еще один компьютер нужен. На тот другой дом. Итак, сейчас мы этого кладем вот сюда и забираем Туртвига. Да, словили мы его, конечно, с мастерболом. Ну, тоже прикольный покемон. Так, вылечим. И сейчас я уже пойду вылечу нашу Иви. Так, отлично. В смысле, не вылечу нашу Иви, а превращу нашу Иви в вот того покемона. Ледяного покемона, не знаю, как он называется. Ну да ты издеваешься. Сейчас мы тебя убьем. Отлично. Это сюда. И одну поднимем. Так, сейчас я только... пробежусь тут, может, вдруг еще один покемон босс заспавнится, покемона босс. Это было бы офигенно. Хотя я нашел три покемона босса в одну в один эпизод, это достаточно реально капут. Офигенно. В один эпизод три покемона босса найти.
Да, нету тут больше никаких покемонов, которые бы можно было словить, или убить, или прокачаться на них, или еще что-то. Так, сейчас, чё, сейчас я телепортируюсь. А, ну, я сюда телепортнусь. Это что за точка? Это вроде у нас... Это фиг его знает, что тут у нас. Море какое-то. Это... А, ду... Так, сначала телепортнемся домой. Выспимся. И так. Так. Что-то у меня залагало капут. И что-то я не понял. Вроде нормально. Что-то действительно залагало. Я перезашел в игру. У меня через ад был мертвый. Что-то не вызывался. И так. Это лаг был или мне что-то... Ладно, короче. Сейчас, что нам нужно? Так, куда бы нам пойти? А, что я вообще хотел? А, так, сейчас я пойду это все поскладываю в сундук. Вот это и вот так. Ага, ресурсы у нас там забрать. И поставить и вот эти. И поставить переплавляться вот это. А это мы ставим вот так. Итак, дорогие друзья, мы пойдем превратим нашу Иви. Так, ой, опять что-то. А, все. А, все прошло вроде не глючит. Так, и где наша Иви? Куда нам вообще идти ее прокачивать? Я, если честно, уже тут давно не был. Вот такого покемона у нас еще нету. Магнемайт, я не вроде вот такой у нас вроде есть, вот такого у нас нету. Пилосвайн. Попытаемся его убить. Попытаемся. Убьем. А, нифига себе он сильный. А, все, нормально мы ему снесли. А, ну я его почему-то сначала хотел словить, но потом передумал и убил его. Во, нормально. Наш Тартвик эволюционирует. Сразу мы ему 9 уровней прокачали. Офигенно. И кого ты превратишься, дружок? Будешь красивым каким-то покемоном. Ух ты! Гротл. Гротл. Охрененный покемон. Красивый покемон, мне нравится. Так, сейчас мы пойдем куда-то... А, если я помню, у нас в зимних бионах вроде Артикуна спавнится или нет? Ну, в смысле, вот на горах. Или я что-то путаю? Вот. О, железо. Вот та штука, с которой эволюционировать Иви. Только я опять забыл... Раркенди взять с собой хотя бы одну штучку, чтобы прокачать нашу Иви. Действительно, иногда нужно так смотреть по горам. Дорогие друзья, я прошу прощения, извините меня, там за окном машина пролетела, наверное, ее очень было слышно, извините, пожалуйста. Так, действительно, машина там вообще пролетела очень громко, и ее было очень слышно, так что извините, дорогие друзья. Так, сейчас. Нам домой нужно за Раркенди. Все нормально, вот ты вызываешься, Гратл. Действительно, меня что-то залагало тогда. Прикольный покемон. Так, спуститься, чтобы не упасть сильно. Да нафига я тут буду, если мне и так домой нужно. А, ладно. Так. Идем домой. Чё я хотел? Так, идем домой. Да чё я хотел? Чё я так забываю? А, Раркенди взять. Хотя бы одну штучку. Итак, секундочку. Так. Сейчас. Чё нам... Куда? А, Иви идем. Трансформируем нашу Иви.
А, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, еще раз. Я что-то забыл, где вот эти все легендарные покемоны спавнятся. Ну, я, вот Артикуна спавнится вот в этой, в зимних биомах, вот на больших горах. Запдос у нас спавнится вроде в лесу, когда идет дождь и молния. Что-то такое, так как это электрический покемон. Артикуна у нас вот тут спавнится. О, еще один Клифайри, или как он там называется. А еще кто там у нас есть? Что там? А, Спиру или кто там? Еще кто у нас где спавнится? Еще там вроде какие-то покемоны у нас есть. Так, сейчас я вот тебя прокачаю. Иди сюда. Чё-то, па-па-па. Во, превращается, отлично. Кто там у нас есть? Артикуно, Запдос, Молтрес. Вот я не знаю, где его найти. Вроде в обычных горных биомах он его можно найти. Что-то такое. А ну пойдем сейчас тут поищем, может что-то и найдем. Так, Киви превращается, превращается и превратился. Ух ты, Глосион. Офигенный покемон. Тоже очень красивый. Очень красивый. Так. Горы. Артикуно. Нет тебя случайно тут. Так, это что у нас? Пиджей. Это у нас... Пиджей. О, Спиру. Или вот, Пиджиотто. Пиджей. Это что там у нас? Так, что залагал? Магнито. А, Магнемайт, а не Магнито. Так, что тут у нас? Нифига. Так, вот, я здесь вот сейчас можно заняться, как бы, поискать того же Артикуна. А то у нас что-то вроде один легендарный покемон, если я не ошибаюсь. Хотя фиг мы его найдем, сколько мы Мью искали, я помню. Ну, в принципе, нашли мы его, но... Так, 39 уровень, Клифайри. Офигеть. Так, я, наверное, сейчас перезайду в Майна, то что-то или мне кажется, и меня немножко глючит. В принципе, мне сейчас отойти нужно будет на пару секунд. Минут. Глосион, Туртвик. Офигеть. Капут. Где? Так. Вот этого покемона у нас нет, или есть. Ну, тоже прикольный покемон. Так. Так, секундочку. Так, я... Ух ты, у нас там столько ресурсов было. Так. Ладно, бежим туда. Фух, хоть мастербол есть, отлично. Вот это уже самое главное. Да, упал я, конечно. Так, самое главное, 10 ультраболов, вот это, и вот это, и бэкпак. Ой, все отлично. Так, идем мы домой, поспим. Так, да. Идем мы поспим. И чё, идем мы в зимнюю биому, не знаю зачем. Поищем Артикуно, или как он там называется. Вроде Артикуно, да? Синий он какой, я не помню, честно. Так. Секундочку. Так. Чё-то мне действительно кажется, что у меня немножко подлагивает. Не знаю почему. Так, все, покушать. Фу, еда тоже мы успели ее поднять. Ну, в смысле, нашли, когда упали. Да, конечно, не сильная дальность. Что это? А, Магнемайт. Убьем его сейчас. Так. Ну, да... Ух, твою ж мать. Вот и задрал. Да убей ты его уже, Чаризард. А,
Магнимайт этот. Во! Нормально. Так. Ну, в принципе, слава богу, мы уже, конечно, прокачали нашу Иви, так как... Сколько я искал вот этот камень для нее. Так, что, пойдем на какую-то гору, может, действительно Артикуна найдем. Напишите, дорогие друзья, я еще раз прошу, напишите, вот где спавнится... вот эти все легендарные покемоны. Я знаю, что Артикуна спавнится вот на таких больших горах, да? Будем его искать. Может, в принципе, повезет, и он заспавнится или... Не знаю. Ну, в принципе, я знаю, что он спавнится на больших горах. Это факт. В зимних больших горах. Да чё меня так глючит? Или это у меня уже какая-то... Не знаю, чё. Так. Как бы нам на эту гору забраться? Может, с другой стороны, может, там как-то получше будет. Ух, нифига себе, мы 22 уровня потеряли из-за того, что умерли. Из-за того, что упали с большой скалы. Ладно. Так, ну пойдем посмотрим, может, действительно там что-то будет. А какие еще можно найти вообще покемоны в зимней биоме? Кто знает, напишите, пожалуйста. Но я знаю, что... не знаю, ну Артикун это легендарный покемон. Магнимайт у нас уже есть, хотя он вроде не только в зимней биоме, а вообще его можно найти. Так. Так. Вот, опять что-то залагал. Вот. Так. Так, будем сейчас мы подним... Ой, опять что-то... Так, будем сейчас мы подниматься. Так. Так. Так, так, так. Артик... Ты... Охренеть. Это у меня две вот сейчас возможности. Кто-то скажет, что я читер, или кто-то скажет, что вот нереально повезло. Я захотел словить легендарного покемона Артикуна, он тут заспавнился на горе. Я... Охренеть! Легендарный покемон! Боже, спасибо тебе большое, что я взял с собой мастербол. Боже, сейчас попытаемся его словить ультраболом, если, конечно, повезет. Охренеть, мы ему вообще ни хрена толком не наносим. Я так заметил, что мы раз в 30 серий ловим легендарных покемонов. Охренеть! Легендарный покемон Артикуно. Я сейчас хренею. Не скажите, что я читер, потому что я не так... Да ну нафиг. Я только что... Я всю серию говорил, что Артикуна спавнится на зимних биомах. У меня слов нету что-то сказать. Сейчас мы его, конечно, попытаемся словить еще раз, допустим, с ультрабол. Если не получится, у нас, конечно же, мастербол есть. Легендарный покемон. Я сейчас от радости... Мью! А, ну, в принципе, да, я использую мастербол, так как... Я случайно его нажал. Ну, в принципе, с ультраболом вряд ли бы я словил Артикуну 70-го Б уровня. Что Мью сказал, что-то там мью. Я охренею. Это у меня за этого всю серию лагало, что чувствовало, что сейчас Артикуна заспавнится. Дорогие друзья, у меня слов нету что-то сказать. Мы словили легендарного покемона Артикуна. Только не ори, пожалуйста, так. Я тоже рад, но у тебя звуки такие страшные. О, спасибо тебе, это гора, что Артикуна именно вот тут заспавнился. Действительно, дорогие друзья, вот он спавнится на таких огромнейших горах. Смотрите. Ни хрена себе.
Я сейчас офигею. Нет! Фу, опять чуть не умер. Артикуна, Артикуна, мой любимый. Иди сюда, я на тебе сразу же полетаю. Дружок ты мой. Как... А, все, вот так переключаться. Как я рад. Дорогие друзья, не думайте, что я читер или еще что-то такое. В принципе, это и думать как-то не очень. Так... Мью я нашел, сейчас Артикуна нашел. И это раз в 30 серий я нахожу одного легендарного покемона. Может, не раз в 30 серий, но достаточно редко. Но, в принципе, логично, это же легендарный покемон. Ох, какие там покемоны, нифига себе большие под водой. Через непрогруженные текстуры их видно. Боже, спасибо! Я нашел Артикуна, легендарного покемона. Это охренеть. И на нем, если честно, мне кажется, намного удобнее летать, чем на Чаризар. Я не знаю, но в принципе, мне кажется, что он как бы намного удобнее на нем летать. Охренеть. Я нереально рад, дорогие друзья. Я за эту серию, в принципе, хотел прокачать нашего Иви. Нашу Иви. В принципе... Ой, это чуть-чуть... Что такое? А, все. Фу, опять чуть не умер. Меня что-то залагало вот с этими полетами. Вы прокачали нашего Галациона? Так. Не нападай сейчас. Вот так. Мы прокачали нашего Галациона. В смысле, Иви. Я уже давно его хотел прокачать. И вот... Прокачали его в Глациона. Так, может я... Вот так, не будет лагать, сколько там FPS. 24, да. Не говорю, что глючит. Это охренеть. И плюс к тому, у нас есть Мью, легендарный покемон, смотрите. Мью, мы его давно словили. И в этом эпизоде мы словили Артикуна. Охренеть. Легендарный покемон. Дорогие друзья, я в шоке. Я всю серию ходил и просто сказал, просто говорил, а чё, типа, Артикуна спавнится вот в этих зимних биомах, а чё, Артикуна спавнится вот на больших горах, а давайте мы попытаемся словить Артикуна, может, мы его, ну, в смысле, хотя бы мы его найдем, полазим по горам. Я залез, может, на третью гору по счету, или не помню на какую, вроде я вот туда залазил, сюда залазил, где-то туда, ну, короче, мы нашли Артикуна. Охренеть. Дорогие друзья, это... Офигеть. Наверное, поэтому у меня серия все лагала. Подготавливали. Охренеть. Опять не учит. Я уже раз или два с Майнкрафта вот перезаходил. Я, наверное, я на этого и на паузу нажимал. Потому что, видели, я покушал, но где-то через секунд так пять просто засчиталось, что я покушал. О, боже. Артикуна. Охренеть. Легендарный покемон. Сколько у нас уже серия идет? Почти что 30 минут. Ну это того стоит. Это я только 5 минут уже, наверное, радуюсь, что мы Артикуна нашли. О, сейчас мы идем быстренько поспим, чтобы его при свете дня разглядеть. Охренеть. Никак не нарадуюсь, что мы нашли еще одного легендарного покемона. Так, вот глючит опять. Да я же зловил уже мне Артикуна. Все, спасибо. О, еще один, Квилава. Или кто это? Вроде да. Серия уже нереально долго, 30 минут уже идет, полчаса. 30 минут, капут. Квилава, Квилава. А, Синдоквила, не Квилава. Квилава это вторая эволюция. Ну, привет, дружок, ты у меня уже есть. И последняя твоя эволюция у меня уже есть. Я охренею, мы нашли Артикуна. О, лети, Артикуна, покажи нам свою силу. 70-й уровень. А ну, на кого-то мы нападем, на кого-то хотя бы более-менее такого там 30-го уровня, если мы, конечно, его найдем. Чтобы просто посмотреть его скиллы. Я, если честно, не знаю, какие у него скиллы. Во, пусть будет на тебе. Ice, Normal, Psychic. Так, этим ты что-то не сносишь. Этим.
Этим ты чё-то тоже не сносишь? А ну вот этим. О, нормально. Это там усилялки, наверное, всякие или что-то такое. Дорогие друзья, я охренею до сих пор. Мы нашли еще одного легендарного покемона. И не зря я купил мастербол. Не зря я выбил еще один мастербол с покебола. Ну, с покемона босса. Ну, в смысле, не зря я его не хотел выбить. Ну, в смысле, хотел, конечно, выбить, но я не мог там, в смысле, задать покемону дроп. В смысле, выпади мне там мастербол и еще что-то другое. Мне повезло, мне выпал мастербол. И первый мастербол я потратил вот на Гратла. О, все вроде нормально, покемоны уже вызываются, не глючит. Так, и второй мастербол я потратил на... В смысле, использовал, а не потратил. Первый мастербол я использовал на Гротла, а второй мастербол я использовал на легендарного покемона Артикуна. Охренеть. Дорогие друзья, это просто сдуреть можно. В честь этого уже серия идет 32 минуты почти. Больше, чем полчаса. Давайте, дорогие друзья, на этом закончим. Артикуна, мой дружок. Все, дорогие друзья, давайте ставьте лайки за то, что мы нашли Артикуна и прокачали уже наконец нашего Глациона. Иви в Глациона и нашли еще одного легендарного покемона. Артикуно. Капут, как я рад, что мы его нашли. Капут, как я рад, что мы нашли еще одного легендарного покемона Артикуна. Итак, дорогие друзья. я не знаю, что сказать. Меня же легендарный покемон Артикуна. Отлично. Офигенно. Итак, дорогие друзья, давайте на этом уже закончим. Серия уже довольно-таки долгая. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Я рад, что мы нашли еще раз легендарного покемона Артикуна. Ну как на этом не радоваться? И еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Мы нашли Артикуна. Все, всем пока, дорогие друзья.